Я уже эти экранки-то есть. Ну так неинтересно. Я экранки не хочу. Ты, кстати, главного героя смотрел с Рейнольдсом? В каком смысле главного героя? Ну о чем? Фильм про NPC. Где Рейнольдс не NPC играет. Нет, наверное. Да, глянь, ничего так. Такой нормальный кинчик. Все что-то верещат от него в восторге, я что-то... кидок, фильм, кидок. Фильм, да. Угу. Дэдпулу мне с ним больше понравились. А из игровых первому игроку приготовиться. Вот, первому игроку приготовиться, я смотрю. Я что-то не понял, они там сиквел будут делать, нет? Что-то какие-то слухи были, но я что-то не вкурил. Теперь можешь кидать. Угу. Что там по приказикам надо посмотреть? Испытание призрака убийца. Убийца. Убийство, воин. А, у меня тут еще захват территории, шесток, палач. Преданный воин. Потом у меня еще воин. Бойня. Я уже потихоньку делаю фашист себя до шиноби. Я уже купил превращение в тыкву. Ой, в смысле, в пенек. Убийца авангард еще. Да. Ну я готов. Секунду. Да. Че, захват территории пойдем? Да. Там 6 штук еще дохватить надо старых. Рейтинг. Самураю 4 катки еще. Рейтинг, говорят, идти нет, спасибо. Я слишком анскилл. Сказал бы наоборот, слишком скилловый, чтобы идти в рейтинг. Там же думать надо. Не, там думать не надо, там надо парировать просто. Я думать там тоже надо. Надо же думать, что парировать, что противник будет делать. А ты на реакции. Ты закурил? Я докурил. А, докурил? Значит, маршрутка уже стоит, ждет? Да, маршрутка должна уже прийти. Он про ФХ написал. Пойдет он, не пойдет. Потом он... Попробуем, окей. На ком бы побегать? Все, у меня уже 10-го престижа. О, пойду на приоре побегаю. Кофеин подтягиваешь, Тёмыч? Стик. Стик. Нет, что там что-то пьешь? А, ну пил, да, и пью. Кофе. Ну, как обычно. Пол. Здорово. О, здорово, Пашок. Не ты к нам в Дискорд заходил и выходил внезапно? Нет. Я вспомнил не так давно о чем-то вообще. А я не знаю, мы что-то с Тёмычем такие сидим, и тут херак кто-то зашел и резко вышел. Куда я зашел, то и вышел. О, Димыч, привет. Здорово, Рыжик. Да. Я не знаю, будет ли она работать или нет. Ну это да, это всегда Димыч. Рандом. Да. Просто ну, процентов 90 то, что нет. Чё, как? Да так себе, Димыч. Весьма паршивенько. Делишки. На самом деле, все равно не будет работать. Я просто пойду и буду себе уже градить комп.
Ты что, у меня завалялся новый блок питания? Ну, можно делать все теперь. Место есть? Да, Димыч, место есть, заходи, если хочешь. Кири, Тёма, Паша, Дима, всем привет. Привет, Олька, привет. И Олька, тебе привет. Олька решила со всеми прям поздороваться. Всех поздоровую. Никто не уйдет. Мне всегда нравилась во время приключения серия про оборотня-обнимашку. Финн, скажи что-нибудь утешающее. Обниму твою маму! Балдеж. Yeah. Это Димыч, небось, пришел, да? Да. О, здорово, Фрыжма. Вы выползали, бойцы. У тебя как делишки, Димыч? Да, завал на работе. Бля, хуёво, что сказать. Ага. И Ольга тем тебе в чатике привет передает. Я вижу. Привет. Ну, прекратите воровать мои чаты. Стыжи морда. Законно не запрещено. Воруй чаты, где хочу, да? Да. Не пойман, не вор. Они меня так отпинать-то все хотят. О, фак. Хорош, Тёма. Руби хуйню. Так, настал момент. Алибидарчи. Вы захватили зону Си. Расплющило, Тёмыч, да? Ого! Плюсануло. Зона Си потеряна. Кирюха, шо ж ты на все то же самое лезешь? Да это ж лайты, блять. Ой, топ-хэви, это я зря. О, похоже, залетало. У меня. Да, Рой. Что, я на попробую бежать? Слишком много клавиш нажал. Скорее, ЛКМ. Много раз. Чел, отвали от меня, у меня хп нет. Да что он ко мне пристал? Хорош. А, фак, хана мне. А, он топ-хэви решил кинуть, бля. Нихера так нихера. Просто нифига не вижу никого в сети. Интерфейс не работает. Да, говно. Ну иди. Реконструируй пеку. Я сейчас еще попробую кое-что сделать. Давай. Что, возможно, поможет, но это не факт. Не поможет, тогда пока пойду. Бесов дисконнект. Блять, меня в угол запинали. В другой. Как говорится, понимаю. Опять зона так кинул. Фак. Ты хуел? Говно. Ло. Пашок там на компухтер ругается. Чел такой счастливый. Втроем меня загангали. Все, такой радостный. Не, там просто какой-то обрубок процесса висел от этого Ubisoft'а. Да. И Ubisoft сильно переоцениваешь, называют процессом. Так. Ну, медленная и мучительная смерть, это тоже процесс. Да. Ну да, да, да. Why fucking not? Ладно, не хвалить это говно, а то оно... Не хвали говно. За что ее хвалить, лол? Ничего, вообще ни разу ничего не сделали, хоть чего-то хорошего. Мне нужен Ubisoft для того, чтобы играть в игру, которая у меня в Steam. Это уже полная хуйта. Они даже с Far Cry'ом обосрались, блядь. Чё там Тёма сказал, я прослушал все примерно. Я промолчу уже. Да, будь любезен, повтори, чё что молчать. Нахуя вы втроем одного пиздите, когда меня двое? Ну, не знаю. Я там с двумя... Я с двумя файтился, я не знаю, почему ты там... Захватили зону Си.
Ну, и сейчас ты говоришь, что... Ну, с двумя... Я вообще, блядь, с респы иду, Тём. Угу. Меня пьют двое, разворачиваюсь, третий еще помогает. Как думал? И, блядь. Угу. Паш, как самочувствие, выздоровел уже? Да, да. Зачем болел? Выходить, все дела. Так как... Да гребаные залипания. А вот если после бада, чем? Это же нужно что-то делать. Сложно. Потеряна. Тыньк. Боник. Боник. Go to horny jail, как говорится. Ага. Только пишет, это хорошо, я рада. Вот. А это хорошо, то, что Пашок не болеет. Эх, значит, что мне опять на работу идти. Эх. Не так хорошо сидела, сперделась. Что? Скорбелась? Перделась, говорю. А? Фак. О, спасибо, меня хоть в болото не увезли. А меня увезли из-за... Нет, не за меня. За месть тебя, говорю. А, то да. Блять, на такое байтится, ё-моё. Ну а ты как думал? О, фак. Зум, привет. Как твои делишки? Нет, походу тоже не помогло. Понимаю. И просто параша какая-то. Меня тут покрутили у него. О, ульта. Мне даже никого ни в сети нет, ни интерфейса. Я не успел арку нажать. Ярости тебе не хватило, да. Хватить-то хватило, но я в баш стоял, поэтому. Да, чуть-чуть времени не хватило. Блять, а у нас тут... Ладно, удачи вам тогда, я пошел. Давай, ковыряй там пеку. Давай, чинись. Угу. Чтоб пека была новая, красивая. Главное, чтоб не лагал на самом деле. О, Тёма сейчас четвером пинать там будут. О. Я ж ярость сжал. У нас там мартышка сзади бегает, отхватывает нормально. Поехали, пацаны. О, ну да, я... Не доехал немножко. Да. Ну а нахер. У них двое осталось, Вадим. Все, ГГшечка. Победа! Че, что-то там вообще на самом дне? Лол. Ладно. Какой сезон, такое дно. Да. Цветкожевник. Так, карте мира. Забрать демона. Ты там зашел уже? Угу. Я только на тренировку залез. Еще одну территорию давай, захватить. Давай. Еще одного убить.
А, и с авангарда надо поиграть. Добивающий один, добивающий удар. Понимаю. Надо было чайничек поставить. Димыч, как у вас погодка? Теплая. Всю неделю около 20. Да у нас, в принципе, тоже. У нас, блядь, еще и отопление выебали. Сижу тут. Потею. В прямом смысле. Угу. Такая же история. Жарковато что-то. Зума, у тебя как дела? Дружа, расскажи мне. Неужели в выходных ничего не нашлось поинтереснее, чем сидеть на моих стримах? Жарковато, блядь. Я отойду водички, пока выпью. Надеюсь, успею вернуться. Не успел. Да не, успею. Пока выбор героя будет. Пока загрузимся. Кого бы еще прокачать? О. Во. Видим немножечко Кенсера в игру. У меня завязан какие-то уборы. Я сам укрытый. Завязан. А, Тёма? О, Димыч, ты, конечно, жесткий. Ты что, гладиатор-то взял? Да, я его когда-то давно купил. Ну, недавно, а последний раз, когда ты с тобой играл здесь. Ага. И только не наигрался. Ничего, мне гладиатор совсем не нравится. Всего, скажем так, полуперсонажей. Mm-hmm. Я чувствую, я на мид тогда отойду. Вы захватили зону A. Угу, они все на С ушли. Прикольно. Ну, не все, один у нас тут, который один? Текает. Да, текает. Я могу его понять. А? Да, я Кирюхе говорю. Чего? Я ничего не услышал толком. Чего там? Ну, тут на С двое. С2? Сейчас пойдем. В миду двое нашего бьют. Не, они у себя на респе его бьют. Какой-то хрен. Пизда мне, бля. Понимаю. Ах. Ай, блядь. Все. Ебучий Йормунгант. Там этот остался. А, он хилится. Ну. А что, пацаны пошли сюда драться? У них просто в точке. Ладно. Ну я помогал, чтобы там на точке А догоните. Там пошли на. Очень лоушный. Да уже сейчас. Он уже хилится. Не успел, брат. Не один добивающий бы сделать и этот. Точки дохватить. Хорошо. Да. Сраница. Сейчас ударит и упадешь. Ноп. Это он так думает. Блять. Ну я, конечно, упал, но. Как Тёмыч думал.
хорош. Инкредибилис. Ну, охуенно. Какое долгое добивание, блять. Я не хочу с ним файтиться, у него сейчас рага появится, он мне по жопе надает. У меня хп, он на меня недовольно посмотрит и убьет. Плохой дошик, боник. Так, ярость, ладно. Не надо ему ярость, обойдется. Добивающий есть последний. Четвоих там надо, не помню. Ну, короче, сколько тогда надо? Угу. Мэн, ну, чё ты сюда пришёл? Блять. Ага. Как мне там, блять, щитом ударить? Ёб по твою мать. Пробел вперед и гвардбрейк, Димыч. Либо в сторону пробел и гвардбрейк. То есть, как атака с ворота. Ядрить, я там улетел красиво. Да, блять, ну какой козел, сука. Сука, это рандом, блин, долбоёб нахуй. Ну я пришел на стакал Хальдору, блять, ярость. Вы захватили зону Си. Что там стоит? О, здорово. Димыч, не надо. У меня двое наца. Ну или надо, хуй знает. Такой тупой удар был. Да, просто хэвик. Просто хэвик. Там еще кто пришел. Цин пришел и все за руи. Валите с точки, дайте похилиться. Цин, угу. Да, у нас, конечно, еще тот руинер, я так понял. Угу. Шел Димыч, все заруинил тебе. Типа я дерусь с Хальдором в крипах, в своих же крипах, блять. Типа. Что мне помешает? Блять, на свой же, блять. Цинт, ёбушка, блядь. Что мне может помешать, да? Кроме цинта. Ну и чё это? Хорош. Ай, пизда мне. Нормально, текай. А? А, он только этими будут воротами играть. Бля, Димыч, вот это ты, конечно, молодец. Ага. Ну, меня сзади убили, аккуратней. Тебя будут вас трое. Успел добить. Хорош выпендриваться. Фу! Да, бля! У него там чуть-чуть осталось, ну сука, Хальдор. Киря. Ну их двое, чел. Трое. Да, я только двоих видел. Там Хальдор на ниточке, блядь. Чел, ну у тебя и ульта, и ножик есть. Ну хеллоу, делай что-нибудь. Пойду Б чистить. Развлекайтесь там на, пацаны. О, бегу двое. Ай, молоточек словил. Да. Блять, не успел, у него луком еще стрельню сверху. А надо? Иди отсюда, не выебуйся. Снова, да. Ну, я сначала на цешку пошел. Нас на С1. Ну, естественно, это всратый юстициарий. Да, блядь! Да, бля! Ну,
конечно. Мне ж ярость с 4 удара не набьют никогда. Ага. Это так работает. Так, Тёма. Как же он заебал, стоит и ждет атаки каждый. Ну, в принципе, да, это юст. Чему я удивляюсь. Хорош! Тёма там показал рок, Рагнарок. Я не так летел, чем прикол. Херово. Там к вам еще один, блядь, несется. Ну, хайо, здорово, Фархантер. Здорово. И вам доброе утречко. Ваши бойцы сломлены. Все плохо. Да, ёбаный в рот. Ой, пизда. Тарк. Я его за тобой... Хорош, я видел. Памел говном. Ну ладно. Хорош. Здесь сделаем вид, что так и задумано. Нормально, нормально все. Блять, а теперь? Да, теперь а. И Б тоже надо чистить. Ну Б я подчищаю. У нас бойцы сломлены, не, нормально. Блять, и я на С-шке ушел, пацаны, сразу же. Да и как ты ж заебал-то, блять? Тут размашистый удар, ты. Настроя. Да, у нас. Да, блять! Ах ты, говнина. Применение способности сбивают удары, блять. Но почему-то иногда это не мешает, блять, а остальным капканы ставить, блять, гарпун кинуть или еще какую-нибудь хуйню, блять. Отхватите в тот. Как это работает вообще? Да там юсик, блять, сосет. Цинт. О, грифона. А, цинт. Цинт. Юсик. Не у грифона, юсик это... да, у грифона. Грифона. 16.08, типа времени. Братан, у меня... Я хз, сколько у меня, кстати, времени. Ну, у тебя 11.09. Ну, типа, да. Типа, часов 11 уже. 07, ну ладно. Может, у меня тогда часы спешат. Хотя, не должно. Поражение. Зря с точки ушел. Получается, зря с точки ушел. Не спорю. Приказ выполнил. Плачу ему такой убийца. Все, можно другие приказы брать. Угу. Панске живете? Ну, я да, у Димоныча на час. Время спешит, насколько. Нет. Нет? Такой же? Был референдум, мы перевели нам на обратно московское. Все. Можешь в меню выкидывать. Да, давай. Еще приказика взять? Да, приказика разобраться. Так же ж не получается. Так, понимаю, мы не играем. Авангард. Это прикольный вроде мувы такие. Типа удар щитом клёво. Пятку да, удар да, тоже да. Прикольный. Зона у него с первым unblockable. Тоже неплохая. Такой, ну любитель, конечно. Не, нормальный персонаж. Именно когда у противника очень мало хп, там есть чем добить. А в команде неплохо, когда ты даешь пятку, вот, например, он стопится, и кто-нибудь сверху там какой-нибудь удар можно вести. Неплохо. Ну да, да, да. Также башит он, вон тоже в тимфайтах, ну, вполне да. Себя. Неплохие. Буду сидеть и ждать реворк Шиноби. О, открылся гарпун. Трезу без ВС. Да. Помощь удар кулаком или ногой. А также бросков теперь можно наносить урон. Да. Ну, как у Центуриона, когда он там пинается или бьет. Кулаком хп сносится чуть-чуть. Существенное уменьшение урона после парирования. Не думаю, что это нормально работает. Да, это вообще никогда не работало, в принципе. Готов. Кулак смертный. Угу. Ты нам тоже готовишь? Готов, Димыч. Может, пойдем штурм бахнем на один?
Может, не надо? Почему? Такой. Чем тебе штурм не нравится? Долгий. Да. Сидят задроты. А, если высасываете долго. Опять же, блядь, потому что вот если ливнешь, у тебя будет штраф, блядь, на тебе, блядь, висеть. Или, да, это везде, вот это. Если ливнешь, штраф будет. Да, ну то есть, захват территории ты сосешь не быстро. Если ты проебываешь, ты это проебываешь быстро. Но в штурме ты это тянется бесконечно долго, блядь. Ты просто вот это вот бессмысленное, блядь, толкание этого катапульты или тарана до босса, и чтоб босса в один миг снесли, и ты просто, твои сопротивления тщетны. Ну, а ты как думал? Когда у тебя там против тебя какие-нибудь, блядь, задроты тошные, опять же. Один тошный задрот от нас уже ушел. Сидит там, пеку собирает. Тоже не любишь штурм? Ну, бывает. Не, нормально. Если там вот как раз убийца авангард какой-нибудь есть, самое то, пошел, выполнил. 24 кило. Как же, блядь, жарко, хоть окно открывай. Ну, должны же быть игра, где-то вы должны страдать. Здесь целая серия игр, называется она Dark Souls. Но там еще Escape from Tarkov, игра про то, что тебе не было весело. Но мы об этом не будем. Я создал на работу. Ебучие ремонты. Ага, именно. Именно недовольный скрип на фоне. Да. Как будто на кота кто-то наступил. Не наступайте на котов, пожалуйста. Да, не наступайте на котов. Наступайте на людей. Некоторым это даже понравится. Да. Наверняка. Угу. О, вармамка, блин. Вармамка, да. Я все тоже. Вся на спидах. Если. Заразно, ну заразно все, глянь, способности. А. На заразу. Там уже и обычно есть, а это вот именно. Рак жопы. Так. Все, теперь можно банить ботю. Йоник. Йорм от Нетфликса. Здрасте. Я боюсь даже на трейлер какого-нибудь Биба посмотреть. Он же там Life Action собирается. Я посмотрел, это больно. Да, блядь. Я вот по этой причине... Я не знаю, мне не нравится. Не, Life Action не все по дефолту что-то всасывают. Там что-то по Марвелу более-менее выходило. От Netflix'а того же. Тот же Daredevil неплохой. В плане экшн-сцен. Люди там неплохо друг другу ебучки вскрывают. Сериал, который был? Да. Да, старый. Нет. Не старый, почему? Не сериал, а этот был, фильм, по-моему. Не, полнометражка всратая, нет. Да не знаю. Я помню, полнометражка, она старенькая, да. Я начал. Не, ну актер подходящий, по-моему, был. Не, актер нормальный, но мораль. И, типа, я буду убивать твоих миньонов, но главного злодея не убью, потому что я не такой, блять. Это, конечно, ну хуй знает. Блять. Да, кенсей не быстрый, Тём. Если ты об этом. Ага. Но стоит ему замахнуться своей рельсой. Да. Он оказывается, блять, еще какой быстрый.
Как и этот, блядь, Хальдор. Хальдор вообще странный предмет, блядь. Такой топор, блядь, и так машет им. Ай, Тёма, ну меня-то зачем бить? Да, блядь, ладно, я... сойдет. Бедная Нуса. Ай, блядь. Ноп. Да, там швы враги есть. Завар, мамочка. Хеллоу, моми. Это я зря. Я там всех поковырял. Да, молодец. Так, занимайся. Игру. Рип. Я вот тут. Помнишь, как мы тут зачищали вдвоем? Я к вам не подойду, нахуй. Тёп, мы слишком много каток сыграли в эту замечательную игру. Когда чтобы я был запоминать. На этом, на роте. Ой, хорош. Я сейчас скрипну. Да, катку. Ударь пилу, пожалуйста. Тём, я далеко. Всегда пожалуйста. Да, не в тот момент, когда я умираю, а в тот момент до того, как я умру. Не надо резать, я сам встану. Поздно. Поздно, да. Так. Эй, да, бля! Пиво. Почему в верхний, блядь? Вечно в верхний удар, блядь. Ну почему? Я же влево, ну, вправо, блядь. Ман... Сука! Мышка. Ладно. Хуишка. Ага. Она самая. Хуишка. У нас там отхватывают. Ого. Так, мы... А, никогда не держали вроде. Мы с... О! Угу. Да, она догонит меня в увороте. Классно. А, ты как думал? Ай, меня нож добьет. Эти тиска. Типа он хорошо так мансовал, но нет. Пришел рейдер, нажал ЛКМ. Трагично. Да у меня... Блять. Клавиша запал на правый ПКМ. Запал правый ПКМ? Да. Правый ПКМ. Да? У меня не так это... ПКМ. Нет, нет, Тим, слушайся, правый ПКМ. А. Правая. Правая, правая. Очень правая кнопка мыши. Ультраправый. Блять, не одобряю. Мы не одобряем такие мышки. Это чуть плохие технологии. Блять. Пацаны, вы мне хп снесли, по-моему, больше, чем Тануша, блять. Орущие самураи в бой. О! Я не самурай, мне можно. Так. Так, а теперь сами занимайтесь этой хуйней, тогда выйти. Ну, заняли, си. Да. Ну, во, я её добил. Хардный маме. Да. О, щит. Ну-ка. Нуса меня просто ЛКМ затыкала. Грустненько. Бля, вот это я боялся. Куро, нужна помощь. Хорошо, игра, как скажешь. Я просто хожу, портим настроение, и всё. Неожиданно тычками в пятку. Хороший персонаж, мне нравится. Говорится, маме, а вы куда? А пойду-ка похилюсь. Давай. Давай. Пизда. Почему крипы стоят, смотрят, блять? Они даже ее не тыкнули. После того, как меня убили, они его начали бить ее, блять. То! А,
Блока был раз. Обновили, блока, да. Блока был три, блять. Чё там за вопль был такой внезапный? У них один люнул. Ну, хорошо. Там долго так сидеть будешь, держу в курсе. Угу. Бэй на мосту. Ой. Это наши дымы? Да. Вау. Хорош, я провал, затыкал. Казнь. Ноуп. Нойс. Ну так. Пришли, всех уработали. Да. И Йонька. А, только Ермунганд, он бегает. Да, а, это бот. Бот. Пум. Пум. Флажок теперь есть. Отлично. Ай, Тёма. Беги, спасайся от него. Блять. Надоело с ней столько париться. Да. Тём, по-моему, я и тебя уработал, да? Да, по-моему, да. Сорян, чё. Да нормально, бота убиваю, он последний практически. Я пытаюсь, он сопротивляется, Тём. Блять, надо писал авангард выполнять. Да-да-да. У меня только 13 киллов, надо еще 11. Я его убил. 13? Это ж много, Тём. 11. Осталось. Все, гейм овер. Ау. Тёма, Тёма решил мне отомстить. Кинсей открывающий, кинсей закрывающий. Да. Как в школе. Угу. О, выполнил. Молодец. Да, контракты. Айс. Маска страшная. Почему они еще не добавили кнопку закрыть все или просмотры на все, блин? Дима, они про реворк. Шиноби только спустя 4 года вспомнили. А помнишь, сколько цинт же... Ждал приворка. Приворку не трогали, цинт, ну, да. Типа кацену убрать, но он так и остался. Они как бы его убрали, но как бы нет. Да. Ну, как... Мы типа что-то сделали, но на самом деле нихуя. Нет, да. Давайте сделаем вид, что мы убрали кацену. Да. Но убирать ее полностью не будем. Хэм. Он как вон тот смайл у парня, Толик. Это прям идеально. А игроки такие, о, да, как тебе смайл. Да, идите нахуй со своей катсценой. А потом бонг. Блять. О, нихуя себе. Я все на Олькино сообщение смотрю про игры, которые где мы должны страдать. Есть отличных две игры из серии Боши. Вот там действительно ты будешь страдать на первых прохождениях. Я не знаю, почему ты говоришь за Тарков, что там не поиграешь нормально. Не, я цитирую дядьку этого, Никиту Буянова. В его... Я не помню, что это... Подкаст был, не подкаст, где он там рассказывает... Да, я жду уже вайпа Таркова и обратно заново. Да, я не хочу в Тарков играть, чё-то. Ну, я нормально. Чё-то заебало. У меня не. Я не знаю, от патчу мне все меньше и меньше везет. То, блядь, фуловая пушка на первой обойме клин дает, то еще какое-нибудь говно. Не, заебало, спасибо, не надо.
Надо было дальше. Копье красивое, мне нравится. На Буше? Да, глядь, какое четкое. Да, слушай, на Геннату даже не похоже, просто на копье. Ну да, пика. Пика точеная, да. А сосайте другой стул. Да-да-да. Ой, он под тобой. Точно. Здоров, Колян, здорово. Тебе доброго денечка. А, хорошая шутка была, блядь. Я прослушал, прости. Асас, найти другой стол. А, да, точно, он под тобой. Да, да, да. Сойдет. Так, я покурил, я успел. Стоп, стану. А? А? Тёпа, что ты как учуял-то? Просто ветер дует на Украину. Да, да, да. Шутка про газ. Газ, газ, газ. Не успел. Мы захватили зону Си. О, блять. Говорится, лол, я думал, я тайминг проебу. Не, я просто я поваляюсь. Я тоже пойду в точку, которую сзади двое уже захватывают. Пацаны. Ага. Вонючка, ну помогите! Там. Ну я тут людей убиваю, Тём. Ну спасибо. Сейчас, да что я творю, блядь? Да, болятский. Ну я мертвый буду сейчас. На мне одна плюха, блядь, и все. А у вас там ярости понастакивали. Ага. Да, блядь. Как говорится, горилла не побрита. Ага. Oh, ну, ставлю, держу все, эту блядь. Хуйню, блядь, на отрезубце, никто ее не пиздит, блядь. Ну что ой, это такое? Ой, блядь, зарешали у них все, блядь. Ай, блядь, серьезно? Да, серьезно. Колян, я пытаюсь понять, что ты написал, но все еще, блядь, не получается. Я так не понял, как этот сделать, ну, пригарпунить человека? Ну где, он в жилу оттыкает и... Держит ее. Запустим прием, типа, или... Я тебя понял, да, там то ли назад гвардбрейк, то ли что-то такое. Если ты про этого... Пиздец, блять, вы... Завтра. Блять, вот это там Месилова. А, ты как думал? Ну, здрасте. Пиздец. Насчет, вот меня отбили это... втроем, ярость не набивается. Чуваку двое дадут две плюхи и все. Ну то есть. Ой, не ста, блять. Блять, ну что ж, все не в ту сторону как-то вы. Да что вы все крутитесь, блять? Спасибо, можно с вами? Да, можно. Ай, могу тебя взять. Пойду, блять, умирать, блять. А вот маску на бусе страшная, зайти такое лицо. А, да, 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 я тоже это дерьмо заметил. Рожа на затылке стрёмная. Лисиная... Ух, блядь, понабежала. Пизда, блядь. Ох, я себе красивая анимация. У вражеской клиенты добивание красивое там, с акурами, листы такие. Там. Тёма, ну их четверо, мы тут умерли. Нет, нихера я умирать не собираюсь. Я тебя понял. Тём, можно как-то как не в меня бить? Заранее благодарю. Говорю, да. Что не умру. Развалили, я держал, да? Как мог. Я для ярости же. Да-да-да. Нихера не потопного, блядь. Зона A потеряна. Меня пока хилить. Да-да, хилься. Алин. Пришел мобов почистить, мобов уже почистили. Говно. Так я тут. Пришел мобов почистить, а мобы уже почистили. Это тебя. Там аккуратно сверху мобов. Мне наебало, уже спрыгнули. Угу. Блять. Меня запиздили просто вдвоем, блять. Нихуя не дают делать. Понимаю.
Давай, скинь меня, братан, давай. Он за тобой бежит. Хай бежит. Теперь ты его скидывай. Поднимаются. Ой, блять. Ага. Весело. Сейчас будет. У меня... Это кто меня так красиво скинул, пацаны? Рассказывайте. За мной еще кто-то спрыгнул и ум. Какого хрена? Что, блять, происходит в этой игре? Так, первый есть. Второй там же. Бря! Да, довольные рыцарские звуки. Там обычно какое пуся? Которая в армии идет. Да. Это не пусть, это пусей. Да что это начинается? Вот это вот поочередное, блядь, заталкивание, блядь. Ай, Тёма! Ты чего? Фак. Хорош, братан. Ты со мной разговариваешь? Может быть. Да я Хельдору, чтоб тебя не бил, так как вот так. Не, все равно у меня, по-моему, Хельдору работал, да. Все пришли. Да. Не, ну, Хельдора я держал у тебя. Хреново держал, Тёмыч. Не, он, я его все время, он одну плюху тебе и все это время ты не дал, я его бил. А там когда я Амблока балдовал и, блять, последнюю. Не, ну последнюю я тебе не помог бы, потому что меня уже в доме пиздили. Да нормально, Тём, ничего страшного. Где ярость, блядь? Меня четверо пиздят, блядь, и нету ярости вообще нахуй, блядь. Парировать. Ну, вообще нету, блядь. Либо блокировать. Так, а ну прекратить. Я просто травим сейчас запиздило, блядь, нахуй, и все моментально, блядь. Спамят и спамят, блядь. Я его отвлекаю. Пизди его. Хорош. Ну он там этого пиздит. Башка наша, идем. Тём, ну мы в невыгодном положении, скажем так. У тебя дымочка там нету какой-нибудь? Скоро полетел, появится. Он все парирует, вонючка. Хорош. Не столкнешь, падла! Да я тут помер, да, он меня просто лайтами закидал. Ех. Ну я держал. Ну мы там, да, нормально пофайтились. Так, еще три убийства сделать, и у меня контракт на авангард выполнен. Они сюда бегут, на... Понятное дело. На цену. Не на анонса, да? Да. Вон он снизу. Так что ж, меня сзади-то пиздят, любят. Свои же, блядь. Я нахуй. Ну, блядь, да. И наш стоит, смотрит. Чуваки, два, блядь, анблока было в меня кинули, и он стоит, блядь, просто на них смотрит. Ну, блядь, еще и меня пиздят. Красавчик. Ну охуеть теперь. Пос кто бы, блять, мне помог? Ну ладно. Я тут и так живу против троих. Ну, Тём. Я понимаю, у нас на буше, блять, какую-то хуйню творит порой. Ну, я пожил как мог. Давайте. Противник сломлен. Мне одного убийства не хватает. Что, еще успеешь? Дайте мне кого-то ударить! Пожалуйста!
Блять, ну ёбаный в рот. Догоняй. Блять. Ну это уже плохо. Полетел вниз. Догоняем. Вы наступаете. Ваши бойцы сломаны. Блять, ну охуеть как вовремя. Погнался я за этим дураком, все, блять, давай, давай, пошли. А, он на точке сидеть будет. Да, да. Сколько? А нам буквально Б перезахватить, чтоб я резнул. О, пизда, блять, тут двоих. Все. Меня спину догнали, блять, и затыкали нахуй, блять. Ой, блять, как это было хуёво. Ты вообще ничего не сделать не смог. Угу. Братан, ну ты охуенно меня резнул, ничего не скажешь. Меня там резнуть можно еще, оказывается. Она было бы кому. Противник сломлен. Давай, Кирюха, ты сможешь. Ко мне. Он когда ставит защитную стойку, вот этот вот удар пятку, он проходит, кстати, у меня. Я знаю, у него только... Лайт какой-нибудь. Не-не-не-не-не, не лайт. Ну, если в защитной стойке он стоит, он unblockable никак. Это, не спарирует. Блять. То есть это тебе не приор. То есть это тебе не какой-нибудь приор, который... О, братан, unblockable летит. Да мне похуй. Что это скоты на тебя просто... Типа... Приора только guardbreak можно, по сути. Вот. Либо нушей хуйней достать, но я что-то не знаю. Ни разу не видел, чтобы кто-то этим пользовался. Конкретно вот так. Так, надо колено забрать. Так, забираем колено. Меня в сети не видишь? Но я тебе приглас отправил когда. Там нажми магазины и еще раз это. Группа. Может увидишь. О. Или так. Хочу чаю. Сейчас вернусь, пацаны. А, я тут разговариваю, оказывается, я сам с собой разговаривал. Все поболтал. Бля, прекрасно просто, пиздата, бля. Бля, Савангард еще раз надо собрать. Ладно, вспомню, что такое за рыцаря играть, хоть я не умею. Взял бы Хальдора и все. За него тоже не умею. Ведь там ЛКМ. Да, Колян, мы тоже в Дискорде, только в другом. Ай, ладно.
Че, туда переходить или что? Нет, тут сиди. О, Коля проснулся, что ли? Ага, Колян тоже. Дискорд зашел. А он говорил, что в 3. Не, не тот Коля. Ага. Это не тот. Ладно. Толика не Толик. Да. Толика не Толик. А-а-а, как за рыцаря играть? А только кто-то расскажите. Там зажимаешь... На-на-на... Блин, назад. Пробил город проект, зажимаешь. Все? Да. Ну, из верхней стойки второй этот... как его? Второй сильный. Да, вторая сильная у тебя. Unblockable также. В комбе теперь тоже, вроде. Даже боковые. Нифуя не понял, ну-ка по кнопочкам, блять, она... Чё, light, light, heavy. Heavy, heavy. Всё? Ага. А Джо, Додж атаки у него есть? Нет, нету. Додж, Додж. Випер. Надо будет ВК проверить, может, на колено написал. Ну, Кирюхи, пукан сгорел! Обороняемся! Не, неправда. Правда? Где я еще что-то соненький какой-то. Че, кирпичом кину, проснешься. Не долетит, тёпыч. Ему деньгами кто-то кинул, кинул. Да... Меня кинул, такой. Плохая стенка. Так, эту стенку хули она выебывается. И куда ты, Димон? У нас тут трое Кирюху пиздят. Ну ничего. Хуй тебя нарыло, блядь. Парни, ну хоть кто-нибудь, блядь, мне поможет. Ну я сороте пиздюсь, блядь, братан. Хорошо, Тём. Давай, справляйся сам. А, Роти у них очень, блядь, тупой. Да, меня крипы запиздили. Сука. Как этот новый персонаж вот называется? Вот так. Бомж, вот. Который. А, Кисё. Кисё, вот он. Прибежал к тебе. Я думал, бы пойти без бихой захватить, а он там стоит, блядь. Кирюха! А, у нас один жот. Кто отлетел? Ну ничего страшного. Олег. Колян отлетел. Тебе тут реснуть. Ты меня реснишь? Ну, ресу, ресу. Не ресай! Ты меня реснишь? Че, уже. Блять, тут опять двое бегут. Бегите! Трое. Да дайте уйти! Меня сейчас цинт тут запинает. Спасибо. Только цинт. Нет, я не могу отойти из-за того, что... Ваши жопы там тяжелые. Чувака только что не били, он просто увернулся и получил ярость. Прикинь. Цинт отъебался назад, его просто раздавил. У меня позапрошлой катки такое было. Он просто отходит назад, его бац. Нормально. О, там этот. Кисё, блядь. Сильный. Да наш бот. Вот апади нашего обитает. Не? Не прибил. Ну или нет. Да как так-то, блядь? Блядь. Пизда. Мы все умерли? Да. А что с Колей не так? Да это бот, это не Коля, он же вылетел, блядь. Не, говорю, что с ним не... Что случилось? Что он вылетел? Ну, поскольку много это перечислять. Да. Что не так со всеми нами? Ну, со всеми нами всегда что-то не так. А он что-то альтабается и потом играть вообще не может какого-то хрена. А зачем это альтабается? Я еще не знаю. У него спроси. Тип, ну, знаешь, что у тебя не работает. Херня. Да ну! Простите. Больно же. Да, окей.
короче, ты еще тут пришел. Ну, Орочи у них не сильный. Ну, постоянно додж-атака пытается, сморка. Хорош, подумался. Я все равно свалился, блядь. О, хорошо. Говно. У меня из лавы только нога торчит. Как неудачный дубль Терминатора, в принципе. Да-да-да. Там большая нога. Нога большой палец показывает, нормально все. Блять, все, я хэвик пропустил. Пол. Тёмыч там ебёт всё. Ебёт? Есть. Ой, блять. Я хотел тебе ульту поставить. О, Кири, три пропущенных, подожди. Три пропущенных у меня, а не у Кири. Не, там он прям это, ладошкой по лбу. Че, от сельдова, блять. Пёс драный. Кирюх, живи, сейчас с ультой приду. Тём, я пытаюсь. Живи, сука! У старшего рыцаря это хилка, да? Ну, вроде бы. Сейчас принесу хилку тебе. Стационарную. Так, бля, я ж блок поставил, ну... Сука! Постою пока, похилю с Тём. Я вот тут. Киря. А! Во. Тём куда-то убежал там с криками. Да. Потому что я тебя прошу похилить. О, хилк. Сори, она пропала. And he's gone. Да. Так, у меня скоро призовец появится. Кому-то на купание. Меня поймал. Ай, грёбаный инкредибил. Так. Блять, не в того опять. Чё за таргет нахуй, блять? Что это было, блять? Это моя ульта. А чё он меня ударил? Удачно так. Ну, сори. Дерьмо случается. Раз больше половины хп такой, хлоп. Да, на хуйню кинул. Понятно. Спасибо. Чё? Да ничего, моя стики мне купила, принесла. Да, это хорошо. Димон, ну ты-то хоть должен был пошутить. Димон. Ну стики. Фингерс. Ай, да ну тебя, блять. Ага. Меня тут двое пиздит, как бы. Я вижу. Я очень при. А, ладно, уже не нужно. Ваши бойцы сломлены. Не будет у меня трезубс, сука. Ну вот. Не, они у меня втроем точнее стоят, блядь, спамят, я ничего сделать не могу. Да, я тоже самое вот пришел, блядь, нет. Приебало, блядь. Причем тут Юлий. Олька еще более непонятную херню как пишет. Так, Колян, прекрати Ольку кусать, я не понимаю, что она несет. Да, пацаны, зачем другую? Я в ярости, блядь, был уже! Нет, не был. А чего я вытек-то? А. Я уже ярость классную жму, блять, он оно... только сок принимает и умирает, блять. Оно теперь не всегда прожимается, если тебя просто стоят пиздят и хер эту хуйню прожимает. Так они отошли от меня, когда я ярость начал юзать, блять. Но я все равно вытек, блять. Тим, не кричи на меня, но я тебе что сделаю. О, бать, спасибо. Как раз ебать, вовремя. Да, что, тоже тебе стики Фингерс принесли? Не-не, мне принесли чаёк. Fingers your eyes. А, привет, Юлий, я думал. Господи. Причем тут Юлий? Понял, Тёмыч? Олька, Юльке привет передает. Какой Юлий, наверное, Цезарь. Тебе тоже, Олька. Юлию Цезаря. А? Так, все, убийца Авангард кончился. Да. Ура. Дальше на кисё поиграю.
очень весело играется на кисе. А, так, надо Калина забрать, а то я уже готов, ага, конечно. Колян там поди сидит, плачет. Один в одиночестве. Так в углу зажал, с коленки обнял. Скорее пузо. Ж толстые оба. А, так вот. Сидим грустно, обнимаем пузо. Я ж тебе сказал. Колян, я тебе пачку кидал. Садись давай. Так, еще надо в ВК зайти глянуть, не написал ли об еще один Колян. Хай запятанейшие существа, чё, блять? А? Гиря, чё, что за хуйня была, блять? Юля, расчехлять Балхай. Юля. Так, надо запомнить, не Альтабаса, ну да, не пишешь там. Чат Твича пишешь с телефона? Чего ты поиграли в игру от Ubisoft, ты уже гиршие существа? Ханек! Ubisoft есть целая одна серия хороших игр. А чё мы штурмы не бегаем? Реймонд? Просто Реймонд. Без Д на конце. Реймонд. Да, Реймонд. Нет, без Т, просто Реймен. Реймен. Кстати, почему сегодня не хотите? Да я типа, мы вообще так-то по Руфу, скажем так, For Honor пошли, мы вообще собирались в этот. Идти, как его? Блять. Borderlands. Вот. Ну так, ФХ зашли, пока тоже Калина ждем. Олька, ты что там буянишь? Можно мне хоть показать сообщение, которое модератор нам дали? Ёбаный в рот. Больше практически готов, так что может и за пироги придется, нифига себе где-то. Сколько за что ты ему бодат-то выдала? Пускай временный. Я ни хрена понять не успел. Временно посидит, подумает. Хорошо. Априора. Покатают сейчас. Я просто сообщение удалил на модераторами, я даже не успел увидеть, что он там. Ну, тут, конечно, существо. И еще что-то. Ну, я да, это я понял. Вы мазохисты? Ну, да, немножечко. А, да, точно. Другие игроки не играют в это. Баба Йода. Баба Йоба. Нет, Йода. Так написано. Хорошо, аргумент сильный. Больше не выебусь, Колян пишет. Заткнись. Колян там притих сразу. Надо Ольку нарисовать, знаешь, как это. Пирамидоголовый Silent Hill только будет. Огромный меч под огромным, блядь, банхаммером замедить. Какой-нибудь цепной хаммер такой, знаешь, этот, как пиломеч. Молоток. Просто на мече таки кучка разных молотков, блин. Да-да-да. Куча маленьких молоточков. Да-да-да. Для без... Как? Красиво сказать. Без перерывного постукивания. Для постоянного постука.
И правильно ты ему стукаешь. Так правильно. Мне нравится, что они все Тёму пытаются постукать. Сейчас меня тупо застукали, блядь, все. Ну, то есть, ну, толку. Понял. Меня надо убили. Ну, я все на себя принял, блядь, короче. Классно. Каделишки трёп. А дед одной атакой сэшки пользуется, вот это неблокируемый. Ну, чтоб ты знал. Хорош. Ноп. Сори. Априор что-то умеет вроде. Да, типа... Ну, он атаки парирует, там все дела. Да. Он блок был дает, эти дает зон атаку вовремя, блядь. Зона си потеряна. Блин, не трогай его. Бля, у нас все еще не перехвачено, у меня хп мало. Блять, что ж ты? Ну, блять, очень вовремя. Не-не-не-не-не. А, там еще один приор. Так, стелс-пехота. Ты ничего не видишь, братан. Нет. Не бей, я отвлекал. Блять, еще один приор пришел. Сука. Говорится, пацаны, отъебитесь. Додумался, пацан. Ух, Тёма, хорош. Да, красавчик. Да, блять, отъебитесь, дайте похилиться. Черти. А то ты их поймал. Прокатили. Ну, я покатался просто. Так, надо только бегать. Алян, живи! Окей. Стамины нет. Что сделаешь? Пётр, шаг назад! Что это было? Блять, пизда. Там, даже если лайк даешь, то топ-хэви не давай, он не гарантом идет. Вам там всем весело, да? А меня тут вдвоем пиздят, блять. Да, понимаю. А? Конечно, это будет. Окей. Фак. Забили меня, блять. Дед пришел вовремя. Ладно. Фултима, да, фултима. Пока штреп. Дела нормально, ну это хорошо. Да, я двое ждут, блять. Ну пошли. Надо бегать, мол. А вот туда третий побежал. Ну пофиг. Я пойду. Я с тобой, Тёмыч. Блять, меня немножечко отзонили. Отъебитесь по-братски, как говорится. Блять. Что вас всех отзонили, что, блять? Ну, блять, что это? Ну что это, блин? Я додумался до умной вещи. Просто съебаться оттуда. Ну, точку надо, иду. Во-первых, захватить надо. Да, да, да. Нам бы еще и ах кто-нибудь почистил. Ай, нас к респе просто прижали, блять, еще и блять. А ебаный стыд.
Ну, пиздец, у меня ни стамины, ни хп нет. Ну да, да, да. Когда бойцы, блядь, срубленные, ровно в тот момент, когда я сдох. То же самое. Да чё у нас очков никуя, у нас 191 на 1 очку, блядь. У нас просто очко дела, блядь. Это стандарт. Просто ГГ, блядь, Калина зазвонили до смерти. А можно все, типа, мы все умерли, блядь. Не, его стоят добивают, мы должны посмотреть, как его добили. Не, мне просто какая там камера над картой, все, блядь, летаю. А? Че? Че? Куда? У меня все нормально. Сто девяносто один. Пиздец. Прикольно. Сейчас приветствую. С возвращением, Зум. Я шакал скинул, посмотри. Че, картинка, что у тебя над картой все было? Нет. Хуя на смерть. Глянем. Группа не укомплектована, что? Хрена. Что ты несешь, Дискорд? Дискорд, точнее, For Honor. Куда ты кинул? Шакалы? Шакалы. Поза пиздец. Я там отлетел, блядь, и нахуй в ступеньке, блядь, въебался. И все, и там одни ножки торчат, блядь. Димон, да, Димона съели текстуры. Так, у меня примешь в ДР потом? Кормите текстуры. Слишком мало полигонов. Нормально тут полигонов. Димон решил посмотреть на текстуры. И вышел за них. Ага. Пойду на шаманке сыграю катку. Волков, здорово. Тоже ухайо пишет. Да какое хайо день у того уже, пацаны, какое доброе утро. Алло. И Тёмыч тоже. Проснулись кусаки. Понимай. Сейчас глянем, что там. В Uplay мне что-то написало. А Uplay-то сегодня откроется, алё, блядь? Не. Yeah. Что-то какая-то заявочка есть. Какой у тебя там никнейм, слышишь? Слышь, Зум? В Uplay. Это точно оно? Что-то какой-то супер странный никнейм. Твое разве? Пиксель? У тебя там так, такой никнейм? Я что-то такого не вижу у меня в друзьях. Пытался добавиться. Я какой-то Харги Рефреш 12 пытается добавиться. Друзья, ну это ж не пиксель. Нет, так, такого у меня даже в ожидании подтверждения почему-то нету. Давай я тебя добавлю, что ли. Копировать. У меня этот касент такой скипнет постоянно, блядь. Хуй знает. Ладно, я погнал слот, давай трёп. Удачи тебе. Совпадение я помню. Там очень красивая там. Расцветка, да. Тут точно такой никнейм?
меня даже совпадение не обнаружено, пишет. То есть не находят. Вы захватили зону С. Ну конечно. Аня, там тоже был. Ты можешь куснуть его, если очень хочется. Хорош. Да надо. Пойдем Машку захватим. Зум, у меня почему-то... Не ты добавляешься, друзья? Ага. А, нижнее подчеркивание. А в чате его... Ладно. Бегут. Центы. Я тебя после катки тогда добавлю. Кусай. Да что кусай? Не дают. Болит на нем. Ай, блять. Почему я ничего спарировать-то, блять, не могу? Меня просто запинали, пока я прыгнуть пытался. Меня чел дош-атаками затравил. О, теперь вижу. А. Копировать. Ctrl-C. А как у нас бай захватили? Ну я ж там чистил до половины. Да там по низу побежали, блять, ей. Ctrl-V. Пока вы там с намаста дрались. И потом сзади к нам зашли, блядь, нет. О, теперь вижу. Все, добавил. Смотри там. Эри мог бы этим заняться и после боя. Ой, да ладно, все равно дохло лежу, честно, 2 секунды. Блядь. У меня снова двое. Да там, четвером уже, блядь. Не, меня вдвоем вечно пиздит, мне это не нравится. И меня скидывай. Бля. Просто вся такая рава на меня, блядь, накинулась. Ебаный в рот. Блять. Еще один полетел. Мудила, блядь, гороховая. Ага. И так мне ставят вторым пиздят. Надо меня еще и скинуть, блядь. Имигимяна. Блять. Неприятно. Тоже не пришло, ну великолепно. Вот тебе Ubisoft Disconnect во всей своей красе. Ах ты гандон вонючий. Минус 2. Минус 3 дали. Хорошо. Вы захватили зону A. О, барсук. Бас. Аффирматив. Попробуйте еще раз. Благодарю. Блять, мудак накин. Кисю. Бля, пацаны, ну кто-нибудь. Нет. Ладно, никто мне не поможет. Тёма. Её girl is fire. Ну вот, блять, опять, ну я же нажимаю на тройку, он. Но он не кидает его. Он не кидает это. Он не может что-то либо сделать, блядь. Я не знаю, ну почему, блядь. Вот эти применяемые, типа куная, лука, блядь. Почему остальные враги делают это моментально, блядь? У меня он 3 года, блядь, эту хуйню страдает, блядь. Я такая же хуйня абсолютно. У меня когда в четвером пиздят, хуй чего вообще сделаешь, блядь. Да главное, я отошел, блядь. Ну, пока он этот гарпун, сука, достанет, блядь, он 3 года, блядь, проходит, блядь. Передумал?
А, ну вчетвером тогда. Пацаны на помощь. А что, меня вдвоем бьют? Ну и меня вдвоем бьют, блять, а что у нас остальные ребята делают? Я точку захватил. Ладно. Во, хорош. Так ему. Димон, Димон, представь, что это дошик. Все просто. Добейте! Понятно, все заняты. Так, китстан дай? Блять. Пизда, блять. Вдвоем запиздили. Сука. Да они только гангать, блять, и умеют. Я ж один на один вообще нихуя, блять, не могу. Нихуя не могут, блять. Ну вот, пожалуйста, стоят меня. Хуярят толпой и хуярят. Вон, пожалуйста, блять, стоят меня. Вот пиздят, пиздят, блять, толпой. Все, блять. А, чувак все-таки вытек. Вот, он правильно перехватывал у них точки. Ну, ибо нехуй. Ну да. Видел, ты топорик нажимал? Да, пытался, пытался. Толик. Меня там спин, блядь, стоит, втроем пиздят, блядь, хоть бы хуй. Я уже думал, куда ты переключаешься постоянно, блядь? Видимо, нет. Ой, блядь, ну кто? Ну, ульта чужая, шо, кто? Да и своя такая же наносит, блядь, урон, блядь. Нет, своя такая не это. Тем более, у нас таких нету сейчас. Ты знал? Ну я ж нажимал, игра, ну и... Паный в рот. Блять, опять не захватили. Не, ах ты, сука! Никто не захватил. А как она не умерла? Чувак стоит в зажигалке, меня, блять, добивает. Какого хрена? Ну ёбаный пиздец. Как я, блять, по тебе попал? Блядь. Тоже есть додж-атаки, братан. Помянем. Опять я захватываю? Да как? Никого там не было, блядь. Сука. Кусаю, кусаю. Блядь. Тем. Понял, я виноват. Отходи, я умру из-за него. Сам. Сам виноват. О, хорош. Ну, у них один чел ливнул. Ну, классно. По эту нашку. Иначе пиздец. Кто-нибудь сходите на Б, почистите. Я тут добиваю, у нас на С. Ну, блять, пиздец. Блять, ну... Куда я так спешу-то? Вообще мне просто топором кинуть. Ну как, ну блять, ну отходи же, я же нажимал, блять. Он чё за шаг, микрошаг, ну чё это такое, блять? Чё за уёбище? Он такой, блять, на миллиметр, коп и всё, ебать. Даже под прицел, блять, удар не вышел, блять. Ну чё это за хуйня, блять? Ну конечно, за мной погонится. Ебать, вот что за трывок был. Хуй там плавал, я понял, да? Угу. Да, сливай, блядь, уже. Нет, а его воюют сам всех. Я не успел. Ладно. Бля, почему мы так хуёво гангаем, пацаны? Почему они так хорошо нас вдвоём, блядь, на одного пиздят, а мы их не, блядь, только один на один нормально ебём? Чё за говно?
Да. Нас чуваки с батом, блядь, выиграли. В конце? Ну, какая разница, в конце или не в конце. 17 на 4 пацаны играют. Интерфейс, ну пожалуйста, прекрати это делать. Как меня бесит этот Battle Pass. Тём, он, знаешь, когда она перестает бесить? Mm. Когда это заканчивается. Mm-hmm. У меня он никогда не закончится. Закончится, да? Спустя полгода. Не, спустя полгода они уже новый вид. Не могу разобрать. Не можешь разобрать, в смысле? О, ну так, ладно. Попробуй. Так, попробуй. Как раз я покурю, блин. Да, я тоже хочу перекурить. Чё-то так стараюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь персонажей надо. И чё-то так нихуя не получается, так грустно. Бля, Ubisoft Disconnect, ну дай мне людей-то добавить. Блять, этот юплей это просто пиздец, блять. Такое адское говнище. Хуже только Origin. Да нет, Origin, блять, хотя бы работает. Понимаешь, да, прикол в чем Origin? Он, блять, он работает. Он хуёвый, он стрёмный, но он, блять, работает, Дим, понимаешь? То есть не сервера респауна в Apex, то, что хуёво работает, ни при чем. А этот Ubisoft, блять, Disconnect, они, блять, поменяли ему... Типа, сделали картинку красочную, но, блядь, он как не работал, так и не работает. Из-за этого, блядь, Пашок с нами играть вообще не может. Ну чё за говно, блядь? По-другому это не назовёшь. Угу. То есть, когда у респаунов там в Апексе сервера не работают, это одно, блять. А когда у вас, извините, оверлей не пашет, и на нем завязана часть игры, ну, типа, в своем, блять, уме. Что тут Ubisoft Disconnect, что у меня, что у Пашка вообще не пашет. Только я хотя бы приглосы вижу в пате. В самом Uplay, не в оверлее хотя бы. А оверлей сам, блядь, не пашет нихера. Он просто, блядь, не открывается. Все, я разобрал персонаж. Хорошо. Что мне там осталось? А, только Void. Так, лидер нашел группу. Да. Лидер, ты группу нашел? Да. Snakes and Barrels. Две ебочки. Хорошая группа. Кем поиграть? Да вот тот же вопрос все время стоит. Да, Рабуш поиграю.
Возьму эту хуйню для разнообразия. Ой. Давай, дебот. А, ебать, и там их две штуки. И кисё тоже две штуки. Да. Чё-то пиздец. Дайте мне их четверых, я буду катать. Почему при загрузке так FPS прыгает, блядь? 140, блядь, 90, 60, 140, 20, 120, блядь, 113. 50 вообще бы сейчас был. Я не знаю. Не, ну 60. Нормально. Можете зафиксировать? Не знаю. Зачем? Ну, именно. Ты там продолжаешь на картах, да? На телеке играть? Нет. Не? Уже все? Давно уже все, да, у меня. Нормальное рабочее место, нахуя на кожаное кресло, блять. Хороший монитор, блять, 140 Гц. О, клево. Кого я взял? Кого-то. А, Приора. Пойду на цепь, посмотрю, что. Пойди, колено с собой забери. О, гости есть. Двое. О! Блять. Ща помогу чем. Если оно, конечно, вообще надо. Угу. Ну, я бить не буду. Блять, а я и не бил, и он за две атаки твоих набил ярость. Хорош, Толик, хорош. Такая порезанная лысина, блять, его вот. Китакири. Кошмар. Пойду почистить. Давай. Ой. Тебе я могу. Чтоб ты с колено растал. Отходи, а, отходи, вот слышу, перехватывает. А, блять. Толик, к тебе идут. А он тебя не слышит. Не слышит? На стриме. Ну, через стрим же. Угу. Ко мне. Двое или один? Один. Все, хожу. Чуть-чуть башку почистил. Блять, я никак не привыкну вот наебал вам этого персонажа. Ах, а, вот мразь. Теперь двое. Бери фулового, дай мне ловушного, пожалуйста. А, все, я труп, походу. Чему это удар был? Чего да. Бля, вот это его стойки меня бесят. Хочу дать легкую, он в стойку все хватает этой херней. Угу, угу. Вот такая же херня, блядь. Ну, она меня харит. Же я не люблю хитакири, понимаю, понимаю. Но надо было мне чувствовать, чем блока выдавать, пробовать. У тебя же дочь атаки есть. Мне дочь. Там, если в эту хуйню попадаешь, она гарантом дает стё. Ну, я это понимаю, это я просто. Я знаю, что у меня тоже атаки есть. То, что ты не ударил. Надо было рукоятью меча вообще бить. Сука, я тебе просто щитом буду тогда пиздить, падла. Ну, блять, естественно. Блять. А! Сорян.
Он тупо вот этой херней спамит. Я, блядь, вообще против не могу. Мне надо брать ороте против него и пиздить, блядь. Не-не-не-не, тебе чаще просто надо эту щитом бить. ПКМ просто вместо. Смотри, нажимаешь ПКМ и гвард брейк, он у тебя вместо того, чтобы хэви. Не ПКМ, а вперед пробел. Не-не-не-не-не, Тём, вот встань стойку, просто на контрол. Нажми ПКМ и гвард брейк. ПКМ и гвард брейк, Тём. Вот так. Хорош. Так же зона атака у тебя, так, такую же хуйню делать, просто щитом я ты бьёшь. Я знаю. Ну вот. Зона атаку еще это сделать. Давай их накажем уже в какой-то веке. Блять, серьезно? Скинемся по хэви, братан. Зона С потеряна. Как я на эту хуйню-то каждый раз ведусь? Ага. Ждем. Ой, блядь, стамина кончилась. Блядь. У тебя двое сейчас. Да, я вижу, Тём. Не, блядь. Надо было дожимать зону атаку. Пацаны цешку держат, а мы, блядь, никак она не можем. Да. Ну как держат? Нихуя не держат, они ее захватить не могут. Да как ты, сука! Ёбаные хитакири, блядь, там волоски у них. Так. Пойду попробую колено помочь. Ну и душнило, конечно. Да, ёбаный, блядь, насрал. Блядь, ну каждый раз я на эту хуйню. Да, почему? Да, да, да. Продолжай на него агрессивно смотреть. Вы захватили зону С. Гори, мерзость. Бля, какая же добивашка у него охуенная. Колян, оставайся на С. Я пойду башку почищу. Послушный Колян. Он тебя услышал. Да, он, блядь, меня услышал. Я понимаю, задержка на стриме сегодня. Угу. Зона С потеряна. Не помню, когда последний раз играл на этой китайской игре. Я вечно ведусь на одну и ту же самую атаку. Пиздец. Ну и мне пиздец, блять. Я одного убиваю, у меня второй. Второй ушел, блять. Ебать. Знаешь, у меня Хитакири сейчас хотел ультить. Ага. Начал крутиться вот это вот. И я лайтом ее убиваю, блять. Да. Еще плохая идея, там гвардейку вот. Надо давать или... Стоп! Она же... Как? Я только что не дрался, она улетела, я прервал эту ульту, блядь. Но сейчас она выбегает на меня и опять вот эту хуйню страдает, блядь, делает. Что, если у нее откатилась, блядь, ульта, или она засчиталась как неприменённая, или что, блядь? Просто охуенно, блядь. А как Хитакири так крутится вечно? Я подловить не могу, она всеми теми же одинаковыми атаками, блядь. Наёбывает, ну и все. Так, надо Кирюхе помочь. Да не надо, я тут уже мертвый. Забей. Ты еще живой. Вот, сейчас мертвый.
Я вообще ничего сделать не могу. Ваши бойцы. Ну да, когда бойцы, блядь, сломаны, когда я умер. Кирюха мертв. Это стандарт. Блять, классика ебучего жанра. Я умер тоже. Ну вот. Рано. Да, вот на эту атаку я и спамлю. Тёма что-то в тайминге вообще попадать не может. Ебать, я первый. Вы чё творите, ребят? По жопе, блять, получаем вот что. У нас вечно, блять, один мертвый, блять, я иду два в один файтиться, одного убиваю, меня второй добивает. Вот и все. А, называется Фангард. Не хочу выполнять что-то. Там же быстро выполняется. Надо за Фангард играть. Логично, Дима. Ничего не скажешь. О, Тёма творился. Ты чё? Тёмыч. Ну, вы ж раньше начали, и это у меня ж вылетает, когда слишком быстро вы стартуете. Серьёзно? Да. На. Кто бы знал, кто бы знал. Ага. Тём, я тебя приглас кинул. Да вижу, но выгружается. Он не кричи на меня. Чё ты такой злой? Кричит так. Не кричит. Сейчас Кирюх поиграю. Ты. Чё? Да, я думаю, сейчас конце взять. Бери. И вали подальше от меня. Нет. Так, пацаны, я пока все. О, быстро. Да что я такое? Пойду своей помогу приготовить, а то она. А, хорошо. Давайте. Всё, давайте, скоро буду. Давай.